Приветствую вас, Александра. Я бы рекомендовал бы с точки зрения, скажем так, ну, корректного ответа, да, вот я бы рекомендовал вам перенаправить свой вопрос в раздел религия. Вот. Мне кажется, что в разделе религия вам могли бы помочь лучше. Вот. Потому что там непосредственно вот про то, о чем вы говорите непосредственно, а то, о чем, то, как вы, да, вот, позиционируете этот момент. На мой взгляд, ну, здесь обращение к психологу может вам не помочь. По крайней мере, вы можете хотеть, на мой взгляд, чего-то другого. Вы можете хотеть, да, вы можете ожидать чего-то другого и так далее. Но поэтому не хотелось бы как-то вас, не хотелось бы как-то вас расстраивать в этом контексте. Вот так я бы сказал. Вот. Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. А второй момент, который, на мой взгляд, достаточно важен, это тот момент, на мой взгляд, опять же, что вы пережили и продолжаете, вероятно, переживать довольно серьезную травму потери близких людей, и вам будет, вот что здесь важно, пожалуй, понимать, так это то, что вам будет, и более вас, ну, как бы мучает, боль вас, это разрушает изнутри, вот, и вы пытаетесь, как мне кажется, молитвой от этой боли избавиться, вот, но у вас, опять же, как мне кажется, не получается этого сделать. Вот, потому что боль, она проживается несколько по-другому. Боль, она проживается, на мой взгляд, всегда или почти всегда с кем-то. Вот, и ваша задача, на мой взгляд, постараться прожить эту боль, которая у вас есть сейчас, именно с кем-то, не в одиночку. Вот. Если вы, конечно, понимаете, о чем я имею в виду, что я имею в виду, если вы найдете такого человека, с которым вы сможете это сделать, если вы найдете человека, с которым, ну, с которым вы сможете прожить эти чувства свои, то вам вполне вероятно будет гораздо легче, чем сейчас вы себя чувствуете, чем сейчас вы себя ощущаете, чем сейчас вам
кажется, все обстоит, ну как обстоит, сейчас вам кажется. Такой вот ответ я хочу вам дать. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго и удачи. Если вы хотите выговориться, прожить боль, то психологи вам помогут.